Попробую снять очередное видео, как разобрать баллоны. Ну, взял горелку и по кругу прогреваю основание. После этого ничего не остается, как просто вот так вот его отщелкнуть. Вот наш пациент. Так, теперь надо снять верхушечку и вытолкнуть наш гаджет наружу. Можно помочь ему, потому что он там сопротивляется. Ну, как бы теоретически до аккумулятора добрались. Теперь его можно подзарядить. А что там с жидкостью? Не знаю. Что-то там осталось внутри. Блин, и ручки нет, ничего такого очень тоненького. Ну ладно. Ну, смысл в чем? Разогреваем и открываем.